Буэнос диас, братва! Ядерный разрывный заряд вашего экрана, это значит, что мы продолжаем раскатывать по постапокалиптическим мирам. Садитесь поудобнее, берите ништяки и давайте вспомним, что у нас там за квест. Так, какие зацепки могли остаться в его жилище? Так, карта нам, естественно, нихера интересного не сообщает. Но кроме того, что нам направо. Мы только что проебали 10 штук. Ехать надо здесь аккуратно, потому что засад может быть как говна. И снова в бой! Цыпа, 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 ты кто такой? Давай, до свидания. Сколько вас там? Трое? Вы чё, охуели? Бомбс! С того придется закуситься, дядька. Бомбс! Сука! Заебись! Так, металлолом, шершень, спектр. Сука! Да, потрепали меня нехило. Еще один молоковоз я, наверное, не переживу, придется люто тащить. А что если вот здесь проехать? Мне-то как бы за мост сейчас и нахуй не надо. О, ящик. Дровищи, металлолом. А также ебучий автолевел, который ну вот прям не улыбает меня совсем. Там где-то, по-моему, параллельно идет дорога, нет? Хуище. А то здесь тихо. Как говорится, в стороне от людских дорог. Походу проскочил квест или нет, я еще не доскочил до квеста. Чпок. А тут брод.
Ну хули, заедем. Раз пошла такая пьянка. Влогосостояние-то как-то надо восстанавливать. Блять, это прикольный вид. Как будто стрелок радист сидит на башне. Вот тут можно пиздануться, поэтому если кто-то будет проходить, поаккуратнее. Блин, у меня же башка гудит от этих кругов. Ну сколько нахера так было строить? И, видимо, маппер обкурился чего-то очень забористого и решил такой, а ладно. Давайте-ка засунем его на холм, но при этом понаворачиваем кругалей. Из-за этого мне очень хочется взломать ему жопу. Это что за такие скидристы у меня получился? Чё тут есть? Денег у меня как обычно. А, мне сюда. Конечно, я согласен. Денежка-то лишней не бывает. Ну чё, втопили. Так, небольшой дрифт. Ну и ходу, естественно. 110 это ведро может с горочки. Ну это реально ведро, потому что БелАЗ в моей любимой конфигурации Терминатор плюс Колосс. Он спокойно ехал 200. Да и топливо у него было не в рот ебись. При правильном фите. Блин, я минуту проебал только на то, чтобы съехать. Ебаной горы. И то больше. Ну и где бандидос? Чё-то еще вообще не вкуриваю. Где бандюки, блядь? Ветер в харю уехал ярю.
А, вот и цель моего наркоманского трипа, если я верно понял. Но мне надо заходить в городок вот с этой стороны. Я чувствую, болт у меня не денежка, просто потому что... Ну, получилось целое них. Ебать, они психи. Ох ты ж, блядь. Ух. Так, ладно. Чего? А. Смерть бандитам! Окей. На самом деле, спойлер, вон оно, жилище. Только пока не сдадим квест, мы не можем в него забраться. А вот и этот, как его мать его так, ебанутый въезд. Так. Ага, нас навели. Так, квест я пока сдавать не буду. Что есть по тачкам? Только молоковозы. Ладно, кабины. Вихрь. Шип. За 16 тысяч, да идите вы нахуй. Генератор, бокс. Так, а что здесь есть интересного из труляк? Забыл починиться. Я так чувствую, что старикана я хуй довезу в целости и сохранности. Ну, ладно, шутка. Так, а вот сейчас у нас будут крайне, так скажем, тяжелый. Сейчас поживимся. Я тебя, блядь, поживлюсь. Чуть в глаз не попал. Бомб. Что-то, по-моему, тут какой-то квест с подвохом, мне помнится. Я ее давным-давно проходил. Что-то мне помнится квестец с подвохом. Я могу отсюда съебывать. Так, надо их чинить.
Где? Орки, вы где? Здесь парю, я хуярю. Чё-то я не вижу. Ладно, хуй с вами. Значит, едем по своим делам. Блин, меня вот этот вот токийский дрист уже как-то подзаколебал, блять. Так, немножко притормозить. Потом отремонтируемся, хуй с ним. Ух, ёптать. Сколько же здесь всего странного. И повсюду следы погрома. На этой доске вырезано мое имя. Это же тайник, а внутри какой-то оберег. Любопытная штуковина. Возьму себе. Эй! Кажется, заработало. Это Бен. Прием. Я настроил радиопередатчик. Как движутся поиски? Радиосвязь на таком расстоянии? Да ты просто волшебник! Поиски ничего не дали, к сожалению. Тут только рухлядь. Правда, я нашел забавный амулет с кнопочками и надписью UB627 Red Access. Точно как в старых манускриптах. Это же ключ от морских врат. Но откуда он взялся у твоего отца? Впрочем, не важно. Слушай внимательно. Рассказывают, что на затерянном в океане острове живет Араку. Тот, кто пройдет через все испытания на пути к его жилищу, получит ответ на любой свой вопрос. Естественно, все это выдумки. Однако есть основания полагать, что у легенды этой имеется вполне научное основание. И ключ, который ты сейчас носишь на шее, явно этому свидетельство. Было бы неплохо узнать у этого Оракула, что случилось с Айвеном. В любом случае, не зря такая редкая вещь оказалась в его тайнике. Я читал старинные документы, где говорилось, а точнее сказать, можно было прочесть между строк, что на одном острове было какое-то крупное и очень засекреченное строительство. Поезжай все время на север. Где-то на самом краю земли находятся морские врата. Ты сразу их узнаешь, когда увидишь. Больше я и сам не знаю. Похоже, мой радиоприемник совсем сломался. Связь оборвалась. Но я понял, о чем говорил Бен. Узнаю подробности в Минине. Так, блять. Ну, я думаю, вы поняли, что вообще происходит. То есть нам придется пиздовать в какие-то неведомые ебеня. Поэтому садимся поудобнее и даем по тапкам. Ну, как сказать, даем по тапкам, потому что... Так, что у меня по баблу? 5600. Надо еще денег подзаработать по-хорошему. Так, ребятки хорошо продают дрова. Так. О, шарки. Хорошо, блядь. Так. Мэрия, конечно, это хорошо, но мы пока, наверное, подработаем баблища. Так, Асгард и Минин генерируют дрова.
Будапешт мне неизвестен, поэтому туда и поедем в первую-то очередь. Блять, вот за что я ненавижу Минин, это за очень неудобный, сука, выезд. Короче говоря, давайте, знаете, как поступим? Доедем до Пешта, там потолкаемся и на сегодня сворачиваемся. И вообще я, блядь, хочу БелАЗ. Я, конечно, понимаю, что в стоке он просто фрейтер, не больше. Поэтому чуть что придется играть как на геймашине. Типа первое, что я вижу, это удирающую жопу БелАЗа. Но мы едем в город Мост. Только туда ли я еду? Ну, по идее, туда. Вот эти вот долгие переезды, как они напрягают, это просто пиздос. Притормаживаем. Так, а что тут? Опять дрова! Шука. Тут вот будет 15 металлолома. Какие крутые пухи. Ладно, потом заеду, хуй с вами. Так, ну чё, тогда пиздуем обратно на полном ходу. Смерть бандитам! Ох ты ж, ёпш ты ж. Welcome to hell, бляди. Бандюков до хуища не находите. Я уже четверых положил, хотя не успел отъехать от города. Так будет с каждым. С, значит, снайперская стрельба. Хотя 6 штук для нормальной снайперской стрельбы как-то маловато. Да и топляк он хавает, как здрасте.
Так, сейчас залетаем в мэрию. Починка, хуё-моё. И в следующей серии уже стартуем в Ульм, если я правильно запомнил название города. Ну, как бы так. Блять, косарь в трубу. Ну чё, засим я, как говорится, откланиваюсь. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх и до свидания.